Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ютуб-канал Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякую за те, що ви долучаєтесь до перегляду наших відео. Не забувайте лайкати, залишати коментарі. Ну і, звичайно, підписуватись на наш Ютуб-канал. У мого гостя Марка Захаровича Фегіна є свій власний Ютуб-канал. Підписуйтесь, будь ласка, на нього. А ми будемо починати нашу розмову. Марк Захарович, рад привітати. Здравствуйте. Взаємно, Юрій. Привітаю всіх зрителей каналу Фабрика Новин. Спасибо, что вы с нами. Марк Захарович, позвольте вот с такого вопроса начать. Правильно ли я понимаю, что вот эта история с F-16 на самом деле показала, что никаких кремлевских красных линий нет, и что эти красные линии – это то, обо что можно вытирать ноги, проще говоря. И когда вот эта вся шумиха с эксплуатацией F-16 утихнет, ну, как это было с «Хаймерсом» в свое время, тогда Западу уже можно, в принципе, переходить и к другим этапам поддержки нашей страны. Ну, видите как, Москва ведь ничего не может сделать. Мы раньше говорили, что эти красные линии – это исключительно попытка нарушить международное право. Вот так я говорю. Почему? Потому что, давайте так говорить, ведь поставки вооружений находятся именно в Украину, в области международного права. Страна – жертва. Праве получать оружие для своей обороны, любое, кроме неконвенционального. Да, то есть, ну, ядерное оружие передавать нельзя, это другие соглашения регулируют. Все виды конвенциональных вооружений, ракеты, танки, самолеты и так далее, передаваться могут. Все очень просто. А эмбарго накладывается на страну агрессора. Вот стране агрессора, напавшей на другую страну, нарушив ее суверенитет, территориальную целостность, международно признанные границы, поставлять оружие нельзя. Это обязательство, которое на себя сама Москва взяла. Являясь страной-учредителем ООН, выступая гарантом международной безопасности, Россия как страна-учредитель обязана соблюдать ровно те же правила, которые распространяются на всех. Конечно, за послевоенную историю зачастую это никогда, зачастую там не всегда соблюдалось. Да? Ну, что делать, так было. Но в данном случае нет никакой красной линии, нет никаких границ, нарушаемых США или там, союзниками Украины в передаче военной техники. В том числе авиационные. Нет, их не существует. То есть это всего лишь навсего желание самой Москвы выиграть войну, просто захватить Украину, а чтобы Украине никто не помогал. Ну, давайте это буквализируем все. Вот чтобы Россия вообще, как они говорят, вот вы перестанете передавать оружие, через неделю все закончится. Ну, конечно, закончится. Конечно, закончится. А что, рогатками, что ли, воевать? Или так далее? Ну, имеют ли право поставлять Соединенные Штаты и Европу эти виды вооружений? Конечно, да. И вы же сами Россия, раньше вы декларировали все те же принципы. Вы призывали другие страны придерживаться тех же принципов. А теперь вы пытаетесь прочертить какие-то красные линии. Хорошо. Им не нравится передача самолетов. А что они сделают? Ну, простой же вопрос. А что они могут сделать? Ну, давайте пофантазируем. Ударят атомным оружием по Вашингтону. Ну, как-то сомнительно, правда? По каким-то европейским столицам. По странам НАТО. Ну, а что будет тогда? Будет большая война, и действительно полетят в свою сторону, уже в Москву, соответствующие ракеты с боеголовками. Больше ничего не будет. Именно так все и будет. Если у кого-то там есть убеждение, что этого не произойдет, это очень наивное убеждение. Очень наивное убеждение. Да, действительно, Запад зачастую демонстрирует свою слабость. И мы так считаем. Почему? Потому что, а почему 6 самолетов передали? А должны 20 или 24? А почему не 120? А что, нет самолетов? Нет, самолеты есть. А почему их не передают? Ну, вот летчиков не успеваем обучить. А почему нельзя посадить своих летчиков? Ну, и так далее. Вот мы так бесконечно можем. А что этому препятствует? А какие есть у этого препятствия? А они все время одно и то же говорят. Если мы слишком резко что-то будем делать, Москва ударит ядерным оружием. Начнется ядерная война, мировая война. Мы ее не хотим. Ну, как бы, ладно, хорошо. Логика такая и есть. А в остальном-то? Это вероятностное какое-то предположение, такое исход, что если выполнить свои международные обязательства по отношению к партнеру, к союзнику, к Украине, Россия, Москва, Кремль, там, которые напали на Украину, предпримут еще более резкие шаги. Но по этой логике мы же понимаем с вами, отдаем отчет, что завтра, если Москва скажет, а вы нам отдайте Аляску, а если не отдадите, мы ядерную войну начнем. Где пределы этих красных линий? Просто пусть нам их покажут. Я зачастую слышу, что говорят так. Путин пообещал, что он в Европу не пойдет, если ему отдадут Украину. А погодите, если вы выходите из зоны международного права, из уважения суверенитета,
и всего остального. Почему вы верите Путину тогда? Почему с Украиной это можно, а с Польшей нельзя? А с странами Балтии нельзя? А с Финляндией нельзя? А почему? Ну, просто почему? Если правил больше нет, существует только красная линия. А что такое красная линия? Это право силы. Вот я хочу, могу и буду. Но это по совершенно другим принципам тогда мир живет. Ну, тогда по этой логике, если все, то тогда на всех давайте распространим. Пусть тогда у Украины будет ядерное оружие. Ну, сгорит Украина, ну, сгорят и часть России сгорит. Риск так риск, риск на всех. Не будет Украины, не будет части России. Ну, всю Россию сложно уничтожить. Ну, тогда что? По такому принципу предлагается жить. А предлагается жить по такому. Со стороны Москвы, но чуть модифицированно. То есть им можно все, а Украина должна придерживаться международного права. И там нераспространение ядерного оружия, без ядерного статуса и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле красные линии преодолеваются одним способом. Страны-союзники продолжают поставлять Украине все необходимое вооружение, чтобы спасти ее суверенитет. Никаких агрессивных намерений по отношению к Москве Украина не имеет. То есть, грубо говоря, украинские войска не имеют намерений дойти до Москвы. А вот российские войска имеют намерение дойти до Киева и захватить всю Украину. Да. И нет здесь другого. Вот нет ничего другого. Все. Конец. И поэтому с этой точки зрения я считаю, что передача этих видов вооружений является законной, раз, отвечающей международному праву, два, а с военной точки зрения целесообразной, обоснованной, три. Ну, грубо говоря, если бы на вас напали с мотыгами и китменями, а вам бы передавали там ракеты радиусом до 1000 километров, правильно? Ну, нет, так же не происходит. Используются все виды вооружений на воздухе, на земле, на море против Украины. Значит, надо передать адекватные такие же виды вооружений для того, чтобы защититься на земле, на воде и в воздухе. Никакой другой логики здесь нет. Поэтому пропагандистская истерика, она вызвана только одним. Вот нам можно, а им не должно быть можно. И вы не должны им помогать в этом можно. Другого я просто ничего больше не усматриваю. И преодолевается это очень легко. Делать то, что делается. Все. И каждый раз эти границы отодвигать. До какой точки? Ровно до действия норм международного права. Все, дальше не надо. Дальше не надо. А, да, это, по сути, то, как бы, это мой вот главный посыл в вопросе, с чего я начинал. Марат Захарович, ну, окей, у нас много новостей сегодня, хочу все успеть обсудить. Вот какая новость из России к нам прилетела. Следственный комитет Российской Федерации, оказывается, сообщает нам всем сегодня, что директор парка вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области Вячеслав Ахмедов задержан по уголовному делу о мошенничестве. По ходатайству следствия суд заключил его под стражу. Раз. Также задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Захарович, ну смотрите, то, что там коррупция процветает, то, что они там на этом всем мутятся, простите на слове, это не секрет ни для кого. Ни для тех, кто задерживает, ни для тех, кто дает команду задерживать, ни для тех, кто и так далее. В чем истинная причина задержания этих людей, как вы считаете, и других до них? Смотрите, ну то, что они из команды Шойгу и воровали все вместе, это понятно, это что объяснять, это и так ясно, их уже сколько таких нащелкали. Главный мотив – это, ну, метломить. Вот идет компанейщина по зачистке, собственно, от прежнего комсостава, руководства, барыг и так далее, которые работали с прежним руководством Министерства. При Сердюкове то же самое же было. Когда Сердюкова сняли, назначили Шойгу. Что, по-другому, что ли, было? Ровно то же самое. Так же разворовка шла, и так же, так сказать, даже Сердюкова условно осудили. Потом судимый сняли, он сейчас в системе Рособороны возглавляет учение заводной из предприятий. Ну, и что? Тогда, кстати, причиной снятия Сердюкова и после дальнейшего преследования было то, что Сердюков был в браке с дочерью некого Зубкова, близкого друга Путина из кооператива «Озим». Тот даже премьером был в свое время. Зубков. Его фамилия, сейчас ему за 80 лет, такой тип. Сейчас является президентом Санкт-Петербургской экономической форумы. Вот. Ну, вот такая была предпосылка. И, собственно говоря, с его любовницей Васильевой, с которой они вроде как уже сейчас то ли живут, то ли в браке, их всех оприходовали. Сейчас происходит похожий процесс. С какой разницей? С той, что Шойгу в близком окружении Путина находится, на него это не распространится. Он украл больше всех, но над ним, так сказать, шапочка из фольги, как говорят, над ним безопасная такая
пространство, которое обеспечивает ему неприкосновенность. Все остальные неприкосновенностью не пользуются. Никто из них не является неприкасаемым. Этого нет. И этого быть не может. И поэтому каждый из них может оказаться под этим ударом. И в общем и целом так или иначе оказывается под этим ударом. Поэтому на самом деле то, что происходит сейчас с окружением, это имеет свою цель. Во-первых, отнять их деньги, которые они украли. Я не думаю, что это обязательно надо отдавать и обратно отправлять Путину. Наверное, там какая-то другая цепочка, но оперативный состав, генералы силовых служб, ну, прежде всего ФСБ, это в свою сторону куда-то отруливает, у них там свой общак. А второе, это то, что никто не дорог, нет неприкасаемых. Нет таких, которых, ой, нельзя трогать, на него не дали разрешения. Всем наплевать. Хоть Шойгу, хоть самому Путину, берите и делайте с ним, что хотите. Хоть режьте, пилой разрезайте. Там вот в СИЗО двое уже то ли умерли, то ли убиты. Поди разбили. По делу Тимура Иванова. Вот. А здесь ведь есть какая-то усмешка чисто пропагандистская. Вот этот парк «Патриот» был сделан как раз для возвеличивания русского оружия, там, истории там, и так далее, и так далее, и так далее. Воруются всего. Воруют с убытков, не то что с доходов. Это что, новость, что ли, что воруются всего? Не новость. Не новость. Следующие, вот сейчас, которые пришли на это место, тоже воруют. Вы удивитесь, они также воруют, все то же самое. Но только в другую сторону потоки отруливают. Просто в другую сторону. В условиях, когда происходит трансформация системы из авторитарной в тоталитарную, а сейчас уже этот процесс, ну, близок к завершению, ну, промежуточной цели. А вот такие зачистки, они имеют своей целью просто-напросто кошмарить аппарат власти. И это происходит не только в Министерстве обороны. Вон там Кибовского взяли, бывшего министра культуры Москвы. Крупная фигура была, занимался, ворочил потоком. Ну, конечно, вор, естественно, коррупционер. И весь аппарат кошмарит. Снизу доверху, по горизонтали, во всех регионах идет процесс обновления аппарата. На их место действительно будут по большей части силовиков, по большей части каких-то там ветеранов заводить и так далее. Потом их пустят в расход. Просто иллюзии пусть никто не питает. Это конвейер. Вот. Но идет компанейщина, это компанейщина, безусловно, не жаль их никого, ни тех, ни других. Вообще, пусть друг друга перережут, перевешивают, там, что угодно делают, вообще, не плевать. Но просто понимать этот процесс надо именно так, что аппарат власти больше, в принципе, не пользуется никакой индульгенцией. Сейчас любого можно взять за хобот, посадить, отобрать, обшкурить и так далее, и так далее, и так далее. Так работает нынешняя система, она не смотрит... Враг ты ее или лояльное лицо, или вообще чиновник внутри этой системы. Шкурят всех. И поэтому с этой точки зрения, конечно, он объект лакомый какой-нибудь, вот этот вот Ахмедов или кто там. Они же наворовали десятки миллионов рублей, а то и десятки миллиардов рублей. Рублей, там, я не знаю, как в долларах. Там, но это гигантские деньги. Там строили они церковь, это вот огромный храм. Черный такой, черного цвета, там какой-то парк развлечений, там какие-то, я не знаю, рейхстаги фанерные, чего там только не было. Там недалеко какие-то могилы, так сказать, кладбища. Ну, в общем, это все пропагандистская залипуха, которая, значит, стоила миллиарды бюджетных денег. Ну, теперь их возвращают обратно. Вот и все. Слушай, издание «Политико» сегодня, ну, там буквально перед нашим эфиром, пишет о том, что справедливый мир для Украины пообещал Трамп Зеленскому. Да. Сообщается, что в разговоре с президентом Украины кандидат в президенты США Дональд Трамп опроверг слухи о помощи Путину. Украина может вздохнуть с облегчением, независимо от того, победит Трамп или Харрис. Влияние США в мире будет шире. Но главное – это обещание Трампа Зеленскому, что мир будет справедливый. Как вы считаете, что в понимании Трампа справедливый мир для Украины? Слушайте, я тоже бы хотел это узнать. Просто давайте прикинем. Вот мы увидели не так давно план Майка Помпео, который в Wall Street Journal был опубликован. Но он близок к идеальному плану. Да, там оговорка есть о том, что, ну, Украине придется поступить с какими-то территориями, которые оккупированы Россией. Но в целом там тебе и членство в НАТО, и возвращение части территорий, и, сказать, и репарации, справедливый мир и так далее. То есть прекрасный план. А еще мы видели план двух генералов из штаба Трампа. До этого в журнале «Тайм» был опубликован, и сам он частично его комментировал, хотя и не откровенно, не последовательно в этом вопросе, так сказать, а мне вот нравится это или нет. Там Трамп не высказался по какому-то плану. Но тем не менее, в целом, да,
Безусловно, и, конечно, там тоже звучало, что надо поставить в зависимости от поставки вооружений, согласие Украины на участие в переговорах. А вторым условием, что любые переговоры должны быть достигнуты только с согласия Украины. Некоторые противоречия в этом есть, потому что Украина-то, в общем, за справедливый мир. Верните нам нашу территорию до 91 года, а там санкции, санкции, репарации, можно уже переговаривать. Ну, и освободить территории, а дальше можем договариваться обо всем, чего хотите. Да? Отменять санкции, не отменять санкции. Репарации в таком объеме, триллион или там, полтриллиона. Значит, гарантировать там второй русский язык не играет. Ну и так далее. То есть это предмет переговора. Но территорию надо освободить, войну прекратить. А что? А как? Ну, а потом можно разговаривать. Но это не устраивает Москву. Москва, наоборот, настаивает на том, чтобы четыре области, помимо Крыма, должны перейти ей. А санкции нужно отменить. Это только предварительные условия. Внеблоковый статус Украины и так далее. Так вот, нам бы, конечно, бы хотелось детали понять от имени Трампа, чтобы он сам заявил. А я вот считаю, что Украина, следуя своему суверенитету, имеет право вступать в любые союзы, в том числе и в Североатлантический альянс. Вот я так считаю. Если у нас заявление. А если взять за основу действительно вот этот план Майка Помпео, да? Вот такая визия у Трампа в том числе. У него есть механизмы давления на Путина, чтобы тот пошел на условия этого плана? Или они отсутствуют попросту? У Америки в целом есть эти возможности давления на Путина. Какие? Да очень простые. Переход в более жесткую фазу, быструю, стремительную. Передача вооружений. Более масштабные. Самолеты, ракеты дальнего радиуса. Разрешение использовать любые виды вооружений Украине против Москвы. Это же не, не США воюет, это воюет сама Украина. Решение вопроса о вступлении в НАТО Украины. Накрытие зонтиком, ну, скажем так, неоккупированной 80% части территории Украины. Все, туда уже заходить нельзя. Там уже как бы НАТО. Размещение баз НАТО. Ну, я могу много приводить всего, понимаете? Причем это аккуратный план. Это не то, что НАТО вступает в войну. А зачем вступать в войну? Вот прочертили границу, куда-то заходить дальше нельзя. И дальше все НАТО. Это все территория НАТО. А дальше воюйте. Ну да, Украина будет сама воевать. А с помощью НАТО, без помощи НАТО, это уже второй вопрос. В конце концов, могут более жестокие санкции врубить. Еще более жестокие санкции. Просто реквизировать, перестать дискутировать. Все деньги, которые есть на Западе, у корпораций, у государственные активы, и тогда все забрать. Можно такое сделать? Теоретически-то можно такое сделать. Может это Америка на это пойти? Ну, если очень сильно захочет, то, конечно, может. И так далее, и так далее. Список огромен. Огромен. Ну, мы считаем, что действительно... США воздерживаются от этого, дабы не началась война. Ну, я имею в виду, не началась настоящая ядерная война. Наверное, это предлог звучит. А мы вот не уверены, что она, эта ядерная война, немедленно начнется. Просто надо понять, на что готовы действительно США. И это продекларировать должны и Камала Харрис, и сам Трамп. Мы ждем от этого от них. Этот план Майка Помпео действительно близок к очень-очень хорошему. Он... В каком-то смысле схож с планом того же Бориса Джонсона, который появился в Daily Mail, но он даже еще дальше идет. Он дальше идет, потому что там, безусловно, в интересах Украины этот план представлен. И да, какие-то территории, ну, можно там еще что-то рассуждать, но это предмет, может, каких-то переговоров, но, тем не менее, суверенитет Украины сохраняется, это главное. И выбор западный за Украину сохраняется тоже. А это то, что абсолютно неприемлемо для Путина. Вот Трамп хотя бы высказался по поводу, а имеет право Украина, вот неоккупированная ее часть, действительно определиться на Западе окончательно. В ЕС, в НАТО, в других союзах, их много на самом деле. Или не имеет права, значит, ограниченный суверенитет у страны. Она там нейтралитет должна принудительно принять на себя, еще что-то. Но вот хочется понять, в современном мире страна обладает своим суверенитетом или нет? Да или нет? Да. Вот Трамп и должен нам об этом сказать. Но можно там еще долго разглагольствовать. Крым, Донбасс там, и так далее. Но вот тут-то страна защитила свой суверенитет. Как смогла. Как смогла. За 2,5 года как смогла. Вот как помогали, так смогла. Значит, когда мы это услышим более определенно, без декларации, а что-то реальное, ну тогда, наверное, можно будет сказать, что раз Трамп гарантировал, раз он вот эти меры примет, то значит все будет в порядке. Вот я считаю так. Поэтому на самом деле этот вопрос еще остается открытым. Для большей определенности нужно, чтобы прозвучали
публичные обязательства, которые готов взять на себя будущий президент США, если им будет Трамп, в отношении Украины, вот и все. На Ближнем Востоке безумие просто какое-то творится. Иран угрожает быстрым, молниеносным ответом Израилю за убийство лидера Хамас. Значит, Израиль готовит бункер для Нетаньяху и правительства, как сообщает ряд изданий. В Израиле там обсуждают возможность нанесения превентивного удара по Ирану. Плюс там угрожают уничтожить, ну как угрожают, просто говорят, ребят, мы уничтожим ваши ядерные объекты, если вдруг вы захотите атаковать агрессивно нашу страну. США сгоняют, значит, все плавсредства, ну и так далее и тому подобное. Все мы знаем, что там сейчас происходит. Но вопрос-то в другом. Сегодня-завтра, Марк Захарович, война будет или ограничится, возможно, все там, ну знаете, пинг-понгом? То есть удар одни, удар другие. Ну, удар со стороны Ирана будет. Почему я так думаю? Потому что один раз уже такое было в апреле. Ну да. Понимаете? Вот 7 октября, если меня кто-то спросил, когда вот немедленная реакция была на захват кибуцев в Южном Израиле из сектора Газа, вышедшие эти отряды Хамас, совершение террористической, военно-террористической диверсии и так далее, я бы сказал, нет, Иран воздержался. Иран воздержался, потому что в тот момент злоба была такая и сила была такая, что только суньтесь, только выступите. Мы вас всех вообще голову поснимаем. Сидите тихо. И Хизбалла, и Иран вели себя очень-очень тихо. Очень. Ой, мы вот против, но на самом деле вы вот не подумайте, а мы вот то да сё. А после этого начались эти качели, на которых начали раскачивать операцию в Газе, Израиль и так далее. Да нет, надо остановиться, да нет, надо то не делать, это не делать. Повисли на руках. Ну да, это в основном вызвано предвыборной кампанией, идущей в Соединенных Штатах, и там крупнейшее антиизраильское лобби. Оно очень крикливое, но не многочисленное, оно просто очень крикливое, из числа левых демократов. И они почувствовали возможность вот это все делать, вот, нападать, обстреливать и так далее. А что? А вот у нас международное общественное мнение поддержит и в Америке, и в других странах, и в Европе. Сформированная, возможно, так сказать, из каких-то общин, из каких-то идеологических групп, всякого рода левых взглядов и так далее, для которых Израиль больше зло, чем террористы в Иране или в секторе Газа. Что удивительно, но это факт. Так они считают. И поэтому стали возможны уже в апреле эти удары. А в октябре они были невозможны, потому что ответ был бы молниеносным и рассчитывать было бы не на что. Я думаю, что Иран понимает, безусловно, не оставит без ответа, они обязательно ударят. Там идут свои дискуссии. Они, конечно, все-таки избрали сейчас нового президента, который типа должен, по их мысли, да, обеспечить новые отношения с Западом, вернуться к ядерной сделке и так далее. Так, такой не раз был. Там был президент Хатами, то же самое, Рафсанджани были, которых приходили, вроде там очень консервативные аятоллы сидят, а одновременно светская, как бы светская власть состоит вот из каких-то врачей там, там еще кого-то. И вот так, периодами, вот так. Давайте вот договориться. Особенно был либеральный период Хатами, там и с платками начали для женщин, и взаимодействие, и даже с Израилем что-то такое начали высказываться мягче. А сейчас, ну вот, ситуация острая. Собственно, почему убили, так сказать, лидера Хамас, ну, главу политбюро Хамас, значит, в Тегеране? Ну, так вы напали 7 октября, вы перебили 1300 человек. А как вы себе представляли ответ? Конечно. Нет, так о войне всегда очень важно, кто первый начал. Ну, вот говорят, не важно уже, и тот виноват. Да нет. Ну нет. Кто первый начал, тот и несет ответственность. И полноту всю несет он. Зачем ты это сделал? Так же и с Москвой, это прямая экстраполяция. А зачем вы напали на Украину? Зачем вы это сделали? А мы вот хотели, а мы могли, они на нас первые напали. Ну вот это мы все слышали, да? Но я к тому, что ответственность за это несет Хамас. Ответственность за это несет Иран, который стоит за спиной Хизбаллы и Хамаса отчасти. Но они же стоят за их спиной. Ну, так, а что же, на вашей территории он находился? Я бы сказал так, что препятствовать этому бессмысленно, уговаривать, как сейчас американское руководство через посредников передает, что не надо нападать на Израиль, тогда возможен диалог, возможно то, возможно это. А я хочу задать такой вопрос. Ну, хорошо, нападут они там. Куда-то долетят какие-то ракеты, окей. А Трамп выиграет выборы, и что тогда? А у нас там свирепо.
по отношению к Ирану он настроен свирепо. Вы когда, кто будет звать маму? Он когда-то, перед концом своей каденции, в 2000 году, в ноябре-декабре, когда уже убили Сулеймани, он предлагал, давайте врежем по Ирану, разбомбим все ядерные объекты, и все. Еще? И нету больше ядерной программы. Ну, просто ее надо перевоссоздавать будет лет 5. Все разрушим. Был такой? Был такой. Но они дождутся чего? Что отсутствие диалога приведет к тому, что придет Трамп, и в конце концов он не будет церемониться, он не будет садиться, он не будет предупреждать, не будет ничего передавать. Он просто совершит удар. Иран – давний враг США. Ну, это очевидно. По многим причинам, многим каким-то очевидным историческим причинам. Да? Это все равно должно в одну или в другую сторону завершиться. В одну или в другую сторону это когда-нибудь завершится. Ну, так не бывает, чтобы это оставалось бесконечно долго. В 1979 году была революция в Иране. По сей день, так сказать, вопрос не решен. Как-то он решится. Ну, на здоровье, в конце концов, ударит по Израилю, ударит. Что сделать? Мамзакрай, смотрите, как получается. Там, по сути, там не сегодня, а завтра обострение, да, на Ближнем Востоке. Сегодня просто паника на фондовых рынках, азиатские, американские акции падают, открывается сессия сегодня минус 2 триллиона. Да, то есть там инвесторы паникуют, ну, в общем, кошмарно теряют в процентах корпорации и так далее и тому подобное. То есть все говорят о рецессии. Там уже про заседание ФРС, говорят, давайте снижать ставку и так далее. Ну, в общем, это тонкости, нюансы. Но это ведь тоже и одно, и другое событие отвлекает и внимание, и силы, и ресурсы от Украины. Плюс, если реально будут какие-то большие экономические проблемы, непонятно, как помощь будет продолжаться. Как вы считаете, есть ли в этом большие риски? Ну, конечно, все любые другие театры военных действий отрывают помощь и внимание от Украины. Это однозначно. Провокации такого рода, а Иран, я напомню, военный союзник Москвы. Так же, как и Хамас. Хамас – это военный союзник Москвы. Но это военизированная группировка. Так? Северная Корея – то же самое. Любые театры, любая провокация в любых местах, регионах мира, Ближний Восток ли это, Юго-Азиатский бассейн, Тихоокеанский и так далее – это все новые и старые театры, которые отвлекают внимание от Украины. Конечно. Педалирует ли, использует ли это Москва? Конечно. Конечно. А почему нет? А что ей мешает? А почему она должна от этого отказываться? Нет. Она же тоже твердо поддерживает Хамас, поддерживает Иран против Израиля. Но это же то, что они там маневрируют, играют, это не отменяет их публичных заявлений, их политической позиции, их военной помощи этим группировкам. В частности, Хамас. Взаимоотношения там твердые, ясные, последовательные, публичные. Мы все это видели. То же самое касается Хезболлы. Но это определенность. Они определились в своем выборе. А, да, Украине сложнее в таких условиях. Я согласен. Сложнее. Но видите, какая штука. Вот все-таки Америка не может удар произвести ответный или помочь Израилю нанести по России. А в случае с Ираном может. То есть там Соединенные Штаты являются непосредственно участником, непосредственно вовлеченным в конфликт с страной. Непосредственно. В Украине нет. А если бы в Украине было бы так же, и по Москве бы нанесены были ракетные удары. И по ядерным объектам, например. То что тогда? Поэтому на самом деле вопрос ведь стоит о том, что эти театры могут быстрее завершиться. В Северной Корее то же самое, заметьте. Если у Ирана будет ядерное оружие, США и союзники тоже будут сбивать ракеты? Если Трамп придет к власти, то да. То да, обязательно. Что касается демократов, у них там более такая вибрирующая позиция, в силу выше указанных причин. Отнесем это к разговору Камала Харрис, теперь уже там кандидаты в президенты за нее там проголосовали онлайн. Голосование было, видимо, она уже официальный кандидат будет провозглашена. С Нетаньяху, премьер-министром Израиля, Нетаньяху. Ну, то есть это говорит о том, что, ну да, да, там не все так просто, как с республиканцами. Но в целом, да, цель, стратегия в том, чтобы не допустить, ну, если не создание, то использование Ираном ядерного оружия. И для этого все средства хороши. Пойдут на счет. Вот еще.
Если есть еще буквально минута, прокомментируйте слова Пивоварова, Карамурзы и так далее. Значит, Пивоваров заявил «Новой газете», по-моему, могу ошибаться, значит, выступил против поддержки ВСУ. Карамурза вообще там вообще на этой первой пресс-конференции заявил о том, что нужно снять санкции, оставить там только персональные против режима. Ну и все, реакция тут же сразу же и так далее. Во-первых, что это было? Во-вторых, почему на первой пресс-конференции, там, в первые минуты, говорить об этом, не осудить войну Путина, не поблагодарить Запад? То есть конкретно вот эта вот история, да? Ну и в целом странно как-то все выглядит, не знаю. И оппозиция ли это вообще? То есть вы знаете, да, как это возмущает украинское общество, вот эта реакция этих людей? Что думаете? Слушайте, ну какую-то часть российской оппозиции тоже возмущает. Это не только украинское общество возмутило. Тут это понятно, общественное мнение в Украине другое ждет от них. Я скажу так, я уже это комментировал много и на своих эфирах, и в других местах. Я не согласен с этим. Ну, во-первых, что с отменой санкций. Это какие санкции надо отменить? Вообще на общество, вообще на власть, вообще на Кремль, на персонали. Но это странно. Если хотят просто от бремени освободить Россию, то почему тогда напавшая Россия и ее народ должен жить лучше, чем Украина, которая под бомбами, ракетами и в беженстве находится? Значительная часть населения, больше 9 миллионов. Почему такая несправедливость? Это раз. А во-вторых, ну, я понимаю, помогать тем, кто выступил против войны, против Путина в России, вытаскивать этих людей, там, это не только политзаключенные, но и живущие в тяжелых условиях, активисты антивоенные и так далее, дать им возможность уехать за границу, это одно. Помогать. А вот, знаете, давайте мы поможем этим активистам путем того, что отменим санкции для всех, как вот с номерами нельзя проехать на автомобилях там, в Финляндию, в другие места. Глядишь, из тысяч людей, которые попрут туда, и Красиковых, вдруг один активист найдется. Но надо адресно помогать. Адресно помогать. Даже если это касается там, тысяч, сотен тысяч людей. Неважно, адресно помогать. Вот эта тема, давайте вот широким охватом это все снимем, ну, это не работает. И никогда не работало. Второе, что касается Яшина, он, например, говорит о том, что нужны переговоры любой ценой. Ну, я на свой манер. Переговоры, чтобы не влилась кровь. Переговоры переговором рознь. Такие переговоры, во что бы то ни стало, любой ценой, будут стоить любой цены. Это значит, что кровь будет литься дальше. Просто надо не понимать, настолько быть ограниченным, чтобы считать, что любой ценой можно достигнуть мира. Нет, мир не достигается любой ценой. Ну, тогда любой ценой может стать вообще суверенитет Украины. Давайте вот российские войска спокойно зайдут в Киев, да? Так это же любой ценой. Это же кровь точно литься не будет. Ну, во всяком случае, на фронте. Тоже любая цена. Понимаете? А нельзя абсолютизировать это. Нельзя. Потому что такими благими намерениями вымощена дорога в ад. Что касается Пивоварова, не помогать ВСУ, там дальше было продолжение, я смотрел это. Интервью он его дал, насколько я понимаю, Азару в «Новой газете», «Европа». Там он даже говорит, что нужно нам понять и тех мобилизованных, которые пошли, они не по своей воле, они вот оказались на фронте, они, может, этого и не хотели, может быть, и не хотели. Но те, кто не хотел, они либо сбежали за границу, релоцировались, либо сидят в тюрьмах, либо еще что-то. Те, кто оказался, вы что предлагаете, в них не стрелять? Ну вот как, какое предложение? Как им помогать? Вот как он помогает? Давайте ВСУ призывать не стрелять, там хорошие есть. Или что делать? Как? Что делать ВСУ? А что делать? Ну хорошо, а россиян, чтобы переубеждать, а как это сделать? А как это сделать вот на фронте, переубеждать, чтобы они что, сложили оружие, пошли на Кремль? Вот как это сделать? Мне кажется, что все эти заявления, они вызваны одной единственной целью. Эти люди хотят иметь поддержку, иметь некое расположение русского народа, любого, пропутинского, антипутинского. Ну да, подонки, но все-таки, глядишь, все-таки против России не выступает, за нашего мужика. А вам нужна такая поддержка? Вот мне такая поддержка не нужна. Мне нужна поддержка от тех, кто против войны, против Путина, за мир, за смену власти в России, в том числе силовым путем. А вот от таких, которые, знаете, мобилизуются, говорят, да я не по своей воле сейчас пошел украинцев убивать, а мне таких поддержка не нужна. И я считаю, российская оппозиция такая поддержка не нужна. Эти люди выбрали такой путь. Нужно думать над тем, как изменить положение вещей, справиться с российской властью. Вот на этом надо сосредоточиться. А что сосредоточиваться на реакциях Запада на агрессивные действия Москвы?
Путина. И таким образом, где отслоишь там народ от власти? Сложно это сделать. Очень сложно. Но по этой логике, извините, нацистская Германия, уж избитые примеры, их тут каждый день приводят. А как ты отделишь солдат вермахта от Гитлера, от рейхсканцелярии и так далее, как, от руководства, значит, армии и всего остального? Как ты это отделишь от гестапо? Как? Бомбили всех в Дрездене одинаково, и антифашистов, и фашистов. Ну а что делать-то было? Что делать-то было? Какой вариант-то был? Война идет. Ну поэтому здесь разговоры в пользу бедных по поводу того, что нужно... Там, задачей российской оппозиции является работа с лояльным и нелояльным электоратом. Как это сделать? А если никак, то сосредоточиться на том, как сменить власть Путина. И я не считаю, что это достигается путем переубеждения путинистов. Это не достигается путем переубеждения путинистов. Просто вот никак. И поэтому, да, нужно искать другие методы. Если у них других в запасе нет, ну, это выбор людей. Что ж теперь? Они так видят мир. Я не вправе. При том, что это не отменяет их мужество, не отменяет их смелости, потому что они были в тюрьмах и так далее. То есть несправедливо было бы их обвинять в трусости или чем-то таком. Так же, как и в их взглядах, антипутинских, антивоенных. Нет, у них такие взгляды. Но они очень близоруки. Вот все трое по части выбора методов, инструментов, как с этим совсем справиться.